Собственная квартира для 17-летней Виктории Кулешовой теперь не мечта, а реальность. Студентка второго курса медицинского колледжа получила жилищный сертификат. Будущий медик признается, квартиру уже присмотрела. Находится в Красногорске, деревня Сабурова. Вот, она мне очень нравится, очень хорошая квартира. Вот, с отделкой мне все очень нравится. Вот, спасибо еще раз администрации за такую возможность. Помимо Виктории, по программе поддержки детей-сирот свои сертификаты на покупку квартиры получили еще двое юных жителей округа. Совсем недавно вам исполнилось 18 лет, это значит совершеннолетие, и государство выполняет свой долг перед вами, обеспечивает вас жилье. До прошлого года детям-сиротам вручали ключи, теперь сертификаты. У ребят появилась возможность выбрать понравившееся жилье самим, причем во всей Московской области. На поиски есть 2 месяца. Жилье, собственно, всегда это свобода, это независимость, это возможность строить свое будущее, возможность создавать свою семью. Обретение своего дома – важный шаг для каждого человека, напоминает глава округа и поздравляет с началом нового этапа в жизни будущих новоселов. Пусть ваши будущие уголки будут самыми уютными, а жизнь ваша в этих квартирах, домах будет самая счастливая, радостная и благополучная и долгая. Всего в этом году по губернаторской программе поддержки детей-сирот жилищные сертификаты получат 16 ребят. Олеся Лукина, телекомпания «Одинцова».